Сегодня пятница, друзья мои, предпраздничный день. А праздник у нас 8 марта подходит уже, Международный женский день, как говорится. Так вот, хочу поздравить всех девушек, девочек, женщин, бабушек, мам, сестер, племянниц с Международным женским днем. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, благополучия семейного, денег побольше, мужей, друзей верных. Вот так вот. Говорят, лучший подарок – это тот, который делается своими руками. Хочу поздравить свою любимую, ненаглядную жену с 8 марта. Пожелать ей здоровья, счастливой жизни семейной, со мной, соответственно. Много денег, много счастья, улыбок. Дорогая и любимая моя Елена, мы с тобой уже очень долго находимся вместе. Хочу пожелать тебе терпения. Сколько мы с тобой проживем еще, немало будет преград всяких всевозможных. Самое главное, тебе терпение. Денег у нас с тобой навалом, счастье у нас есть. Здоровье вроде тоже не подводит, ну, временами. Целую, люблю, уважаю. Твой муж. С праздником. Ну и вместе с ней хочу поздравить всю Россию с этим замечательным женским днем. Вот, пожелать вам тоже успехов во всем. Самое главное в личной жизни. Никогда не болейте, не расстраивайтесь и не расстраивайте близких. В общем, дорогая, мы тебя очень любим.